Ну что, друзья, время осенних букетов, время осенних работ. Но бывает, что цветов очень мало и ваза очень небольшая, а хочется сделать что-то интересное, креативное и своими руками. Мой любимый экоматериал – это сено, потому что из него можно сделать совершенно любую форму, если знать технику. Ну и, конечно, не просто сделать букет, а сделать хорошую, красивую, достойную, стильную, крутую композицию. Итак, поехали. Я люблю очень эксперименты. Вы, наверное, догадались, если листали мои рилсы. Смотрите, я сделал вот такую конструкцию и пробирку, чтобы поставить в нее тоже цветочек. Налив воду и начиная расставлять растения, я понял, что хочется что-то графичное сделать, очень интересное. Знаете, во флористике есть формалинейный стиль. Ну, тут немножечко еще декоративного есть. А как вам больше бы понравилось? С такой конструкцией сена или просто цветы в вазе? Мне кажется, это интересно.